себя в семейных отношениях, всегда строил себе какой-то образ девушки или своей супруги, то есть, так сказать, идеал, да. Мы пережили и переживаем разные этапы отношений, начиная от знакомства, эйфории, потом становления, конфликты разные. Мы были у вас на консультации около 2 недель назад, да, сейчас у нас отношения стабилизировались, можно сказать, улучшились. Правильно, зелено? Да. Благодаря вашей консультации мы посмотрели. Мы посмотрели на свои возможные проблемы с другой стороны и более их там проанализировали, как-то посмотрели друг на друга, скажем, с другой стороны. У меня большой опыт, так сказать, холостяцкой жизни. Я первый раз в 32 года женился, либо да, тоже выбирал себе супругу, да, спутницу жизни. И семейный, для меня это больше всего положительное, то, что у меня родители есть, и я видел, как воспитывали, и когда отец и мать гордились и своими детьми, и как они ждали, когда мы приезжаем к ним в гости, когда уже повзрослели, когда они ждали. А что вы хорошего в этом, господи, вот у вас куча проблем, да, вот когда был холостой, теперь жена, надо жене, что такое, какая главная основная задача мужчины, когда с ними вступаем? Мужчина, скажите, кто скажет, какая главная у нас задача, какая? Семью обеспечивать. Семья обеспечит, так, обеспечить финансово, так что еще? Мужчины говорят, женщины про себя, я думаю, сейчас вы женщины говорите, что какая задача вы считаете самая важная. Мужчина, какая задача самая главная? Но чтобы женщина почувствовала, что она за каменной стеной. Когда женщина может отдать себя мужчине, что вы понимаете, да, что это я говорю, что женщина – это солнышко. И что женщина, вот как она светит, вот так оно и нам отражается. Будет она светить, солнышко светит, заряжать нас, будут плоды. Не будет светить, она нифига не будет. Мы будем такие вот скрюченные. Что нужно мужчинам сделать для того, чтобы женщина стала цвести и пахнуть? Помни, да, что женщина нас дополняет содержанием. Мы на формах, я говорю, это трактор, это бензин какой зальешь, вот так он и поедет. Это в самом деле, что женщина отвечает за ум. Женщина сильна в уме. У нас разум, у женщины ум. Что такое ум? Это чувство. Это прежде всего чувство. Чувство женщины в 6-8 раз сильнее, чем мужчины. Женщина стала не с той ноги, что получается? Вся семья не в той ноге ходит. Прыгает. Так кто виноват? А для того, чтобы женщина была на той ноге, чтобы стала как положено, что мужчина должен сделать? Уверенность. За счет чего уверенность может женщине создать? Внимание. Каждый думает свой вопрос. Потому что это. Вот мой вопрос, который буду задавать, подумайте, почему у вас не получается до сих пор, да? Почему не получается так, как бы я хотел? Финансы, любовь. Финансы, любовь, отлично, да. Что еще? Внимание. Причем внимание, оно относительно специфически, в том смысле, что оно надо отдать именно в том ключе, в котором именно эта женщина от меня и ожидает. Отлично. Да, здорово. Что еще? Что еще женщина хочет от нас? Самое важное. Самое важное, мужчины, детей. Пока женщины не сказали. Чувствовать, что мы куда-то идем, в смысле, что мы знаем, куда мы идем. Молодец, цель называется. Цель, отлично. Семейный опор движется в каком-то направлении, причем в каком-то конкретном. Цель, здорово. Что еще? Цель, защита. Внимание! Что еще? Сейчас. Что еще? Что женщина хочет от мужчины? Мужчины думают. Сейчас женщины думают пока про себя, что они думают, что мужчина хочет, чтобы взять, чтобы быть тем, что она хочет. Она хочет знать о том, что она хочет от нее детей. Что он хочет от нее детей. Что это означает, когда женщина видит, что мужчина хочет от нее детей? Что это означает для женщины? Мужики, давайте подумаем. Я думаю, что она реализует какую-то свою главную задачу. Когда женщина может хотеть от мужчины ребенка? Вот простой вопрос. Когда женщина хочет от ребенка, от мужчины иметь ребенка? Когда она может себе позволить такое? Когда она видит, что мужчина ответственный. Умничка, молодец, она мужчина. И когда она понимает, что с этим мужчиной она сможет их воспитать и вырастить.
Так, а для того, чтобы, как она поймет, что она может с ним воспитать и вышить ребенка? Чего не видно, это фломастер, или можно... Не видно, да? Сделать, да. Что еще? Brainstorming, guys, думаем. Для чего мы сейчас это все делаем? Мы вопрос задаем, если я сегодня одинокий, кто одинокий здесь, да? Вопрос, почему я одинокий? Что-то мне не хватает, наверное, да? Столько женщин вокруг. Женщины думают с своей стороны, да? Что я делаю не так? Почему я не могу быть одинокий? Красиво, приятная женщина. Вы выглядите как физическая женщина. То, что мужчина, глядящий на вас, что-то должен чувствовать из вас исходящее целомудрие, такое домашность. Что мешает мужчине 8 месяцев находиться вместе и сделать предложение? То ли мужчина ее сделал? Правильно я себя веду? Правильно мы и так просто проходим? Так что нужно еще женщине для того, чтобы она вышла, замуж и готова ребенка? Ну, какая-то материальная складовая, там, финансовая или финансовая поддержка, да. Правильно, финансы, конечно же, как же без финансов. Финансы, окей. Так, что еще? Что еще надо мужчине? Для чего это нужно? Я сейчас знаю, что мне нужно набрать, что если чего нету, научусь, приобрету, куплю, понимаешь. И я с этим багажом готов идти, и женщина меня возьмут. Потому что они хотят. Уверенность. Что значит уверенность? Можно сказать, что это даже надежность, это защита, надежность. Друзья, надежность. Самое важное качество, которое женщины хотят от нас, надежность, мы словно сказать, да? Ответственность. Мы берем на себя ответственность. И тогда просто. Мы берем на себя ответственность за что? За безопасность женщины, да, за защиту. За то, что мы берем ответственность за ребенка, что мы, когда она будет беременная, самый некомфортный период для женщины. Когда женщина готова сказать, что она готова дать ребенку тебе ребеночка подарить? Когда она будет защищена? В тот момент, когда она беременна, это самый беззащитный период женщины. Правильно? Да? И вот, чтобы пойти себя, то есть это как крокодил, помните крокодил, который, вернее, это удав, который когда скушает, да? Вот он съел такую добычу, он уже потом несколько суток может лежать, ничего не двигаться. Поэтому прежде чем добычу съесть, он смотрит место, где безопасно. Женщина, прежде чем родить ребеночка, она смотрит, что этот мужчина, которого она хочет создать семью, что он ей даст гарантию. Кровь, безопасность, любовь, секс, вторая чакра, very important things. Чувства, да? Я привязываю к чакрам, проще, 7 чакр основных у нас. Первые 3 базовые. Первая, это корневая, это наше здоровье. Наше здоровье, наше тело, как мы себя выглядим, как мы себя чувствуем. Это то, как мы притягиваемся к друг другу. Мужчины, конечно, женщины, конечно, ходят внутри, но опять же, все равно форма. Вторая чакра – это чувство. Это то, что притягивает нас. Это турбоускоритель, это генератор энергии, которая у нас есть. И вот эти третья чакра – это то, где мы делаем денежку, где мы зарабатываем деньги. Окей? Это то, что мы, эти деньги помогают нам дать защищенность, финансы, обеспечивание. Первая 3 чакры, на которой живет весь живой мир, это защита, размножение и выживание. Выживание через 3 чакру. Это питание, кровь, крыша, защита. Это первая чакра, что защищенная. Все живые существа живут на этих 3 чакрах. Все. Самые моллюски, все защищаются, размножаются,